Всем доброе время суток и добро пожаловать на мой канал. С вами я, Натали, и сегодня я вам расскажу про торговый центр для миллионеров, который находится в столице Катара, в Дохе, и называется он Аль-Хазм. Я уже включила замедленную съемку, так что обратите внимание, прямо перед вами уже виден его купол. А это виднеется уже знаменитая пирамида, которая получила название в честь торгового комплекса и называется тоже Аль-Хазм. В следующем своем ролике я вам расскажу, как чуть не лишилась своего айфона и не попала в полицию за съемку. Ведь я уже неоднократно говорила, что съемка в Катаре запрещена. Поэтому снимать в торговом комплексе для миллионеров я не рискнула. Но благодаря сотрудникам этого торгового центра ко мне попало множество фотографий. Ходят слухи, что в этот торговый комплекс пускают исключительно миллионеров по специальным картам. Кроме колоритных шумных рынков с небольшими торговыми лавочками, в торговых районах Дохи есть множество различных магазинов и шоу-румов. Во всех торговых центрах Катара, больших и не очень, обязательно работают кондиционеры, и гостей ожидает отличный шопинг в комфортной обстановке. Впечатляющий выбор универмагов, брендовых бутиков и магазинов, предлагающих товары местных и международных производителей, приятно удивят каждого. Единственные рекомендации будут касаться только посещения всех этих торговых центров, так как в пятницу в Катаре выходной, то именно в этот день их лучше посещать, начиная с 4 часов вечера. Ну а мы с вами возвращаемся в Аль-Хазм, и сейчас я вам покажу публику, которая посещает данный торговый центр, а именно машины клиентов. Тебе не подойти так же, как не достать это звезды. Вам нужен доступ, все очень просто. За вас решат все ваши бабки русские. Все, что этой крале нужно, это бабки устройцы, бабки устройцы, бабки устройцы. Я сегодня с ней, у меня есть бабки устройцы. В торговых центрах, как правило, предусмотрена крытая парковка. Есть она и в Аль-Хазм. Мы привыкли, что в большинстве торговых центров есть банки, супермаркеты, кафе, фудкорты, где-то кинотеатры, боулинги, катки и другие развлечения. Но Аль-Хазм особенный. Давайте посмотрим, что там внутри. Торговый центр Аль-Хазм – это место, где комфортнее всего себя чувствуют миллионеры. А еще лучше сказать – миллиардеры. Он расположен в столице Катара, в городе Доха, где прибыль от нефтегазовой отрасли позволила Катару стать богатой страной с современной, хорошо развитой экономической инфраструктурой и уровнем дохода на душу населения, почти не уступающий западноевропейскому. В здании, стоимость которого составляет 825 миллионов долларов, устроили фотосессию для двух потрясающих Audi R8. Как вы уже, наверное, поняли, черный экземпляр – это машина с полным приводом, а вот белый Audi с красной полосой идет задним приводом. Оба автомобиля оснащаются 10-цилиндровыми двигателями объемом 5,2 литра.
Однако в первом случае агрегат выдает 610 сил, а во втором 540. Полноприводный вариант набирает сотню всего за 3,2 секунды, когда заднеприводный за 3,7 секунды. В принципе, разница несущественная, но вы только вдумайтесь, сотню за 3-4 секунды. Естественно, что моноприводный суперкар выпущен ограниченным тиражом в 999 машин. Где еще презентовать таких лапочек, как не в Катаре? Ведь там живут настоящие миллиардеры. Как я уже сказала выше, всего в его возведение было вложено примерно 825 миллионов долларов от инвесторов. Владельцы торгового центра гордятся своим детищем. Музей вышел! Для детворы здесь, так же как и в других торговых комплексах, есть оборудованная отдельная игровая зона и работают службы консьержей. Алхазм предназначен для тех, кто ценит лучшее в жизни. Он представляет собой самые эксклюзивные бренды мира и современную роскошь в модно-изысканной обстановке. Алхазм можно назвать центром притяжения для знающих людей. Он предлагает идеальное сочетание модных бутиков высокого класса, модных ресторанчиков и кафе, а также запоминающихся событий. Алхазм – это среда классического европейского стиля в сердце современной Аравии. Поэтому можете испытать эволюцию катарских покупок. Стартовая стоимость пирожного здесь начинается от 15 долларов. Алхазм – это европейская атмосфера с арабским гостеприимством. В переводе означает «высшая территория» и представляет собой уникальный коммерческий объект в Катаре. Алхазм позиционирует себя как объект, предназначенный для обслуживания просвещенных и богатых людей региона, сочетая в себе искусство, культуру и роскошь. Кстати, забыла вам еще сказать, что это архитектурное чудо создано вручную и отдает дань вечному классицизму Италии и лучшему гостеприимству Аравии. Алхазм станет домом для лучших ресторанов мира, модных кафе и избранных модных брендов. У Алхазм есть и своя миссия. Звучит она так. Для наших клиентов путешествие также важно, как и пункт назначения. Другими словами, услуга должна конкурировать с продуктом. В Алхазм также имеется своя собственная галерея, где регулярно проходят выставки знаменитых художников. Здесь же их можно и приобрести, а также устроить аукцион. Начала говорить об искусстве и сразу вспомнила свое недавнее знакомство с очень талантливым художником, который делает картины из янтаря. Сейчас вы сможете увидеть его работы. Колье и браслеты из янтаря украшали древних римлян и греков, а яркой иллюстрацией ценности янтаря в Древнем Египте является корона Тутанхамона. Кто не знает, в ней крупный янтарь – это самый центральный камень, а уже вокруг него расположены остальные драгоценности – бриллианты, рубины и изумруды. Также все, наверное, слышали, что самый шикарный и известный подарок – это янтарная комната, подаренная Петру I королем Пруссии. Ведь по сей день исчезновение этого поистине королевского подарка будоражит воображение кладоискателей. Я знаю, что мой канал смотрит много экспатов, которые сейчас работают в Катаре, и они-то знают, как сейчас популярна тема катаризации. Поэтому данные картины отлично украсят офис, либо станут отличным подарком как для друзей и знакомых, так и для босса.
Так что, кому будет интересно приобрести такую роскошную янтарную картину, можете писать мне в сообщении. А мы возвращаемся в Алхазм и видим, что в нем есть такое тихое, спокойное место, где посетители могут просматривать бесчисленные книги и журналы и избежать всех стрессов жизни. Этот центр, а точнее по-нашему библиотека, наполнена множеством редких и ценных томов и всеми классическими произведениями на английском и арабском языках. На мой взгляд, это действительно просто идеальное место, чтобы провести здесь ленивое утро или долгий день в уютном уголке, наслаждаться радостью от прочтения, от тишины и спокойствия. Создавая такое, можно, наверное, смело сказать, чудо света, как Алхазм, архитекторы преследовали следующую цель. Они хотели создать здание в стиле европейских торговых рядов 18 века с массивными колоннами, арками и куполами. Не зря сейчас Алхазм называют торговым центром для миллионеров. Ведь для строительства торгового центра было использовано около 60 тысяч тонн камня и мрамора, доставленных из Палестины и Тосканы. На этом, мои хорошие, у меня все. Жду от вас пальчик вверх. Пишите свои комментарии, подкидывайте новые темы. Я вам расскажу про Катар. Все, с вами была я, Натали. Пока-пока!